Сегодня я хочу попробовать показать вам, как с помощью фришипинга научить собаку любой команде. Сегодня эта команда будет положить предмет в коробку. Коротко я назову ее «держи», когда собака берет предмет, и «внутрь», когда собака кладет в коробку. Посмотрим, что из этого получится и вообще получится ли. Для этого нам понадобится два вида сладостей. Это что-то менее вкусное для собаки, что он любит, но что не так сильно. И то, что он очень сильно любит, это яйцо. Когда он будет делать маленький шажочек к нашей цели заданной, то я буду поощрять его менее вкусным лакомством. А если он будет делать что-то очень классное и что-то очень близкое к тому, что мне надо, значит, я буду поощрять его более вкусным лакомством. Тем самым он будет понимать, что он ближе и ближе к назначенной цели. Яру, предлагай. Да. Предлагай. Предлагай. Да. Хорошо, предлагай. Да. Предлагай. Да. Предлагай. Да. Ай, хорошо. Предлагай. Попробую немножко облегчить задачу собаки и оставлю только один предмет, который он должен положить в ящик. Яро, предлагай. Предлагай. Да. Хорошо. Предлагай. Да. Предлагай. Да. Предлагай. Да. Предлагай. Да. Предлагай. Предлагай. Да. Я хочу, чтобы он взял это в зубы. Давай, предлагай. Да. Маленькими-маленькими шажочками двигаемся. Предлагай. Да.
То есть он лизнул, толкнул, все это поощряем. Предлагай. 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 Да. Предлагай. Да. Предлагай. Предлагай. Думай, думай, думай. Да? Возвращаемся на шаг назад. Предлагай. Да, да, хорошо, супер. Так, он взял зубами, это то, что нам надо. Предлагай. Хорошо, предлагай. Предлагай. Да! Ай, молодец! Супер! Вот, хорошо, хорошо. Поощряем как можно сильнее. Да! Супер! Опять взял зубы, поощряем. Молодец! Супер! Еще предлагай. Да! Ай, браво! Вкусняшку берем повкуснее. Супер! Умничка! Здесь. И сюда сидеть, сидеть. Возвращаем все на исходную стоп, точку. Предлагай. Так, надо облегчить собаке задачу, потому что коробку надо себе поближе поставить. Коробка у меня. Иди сюда, сюда. Сидеть. Хорошо. Сидеть. Предлагай. 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 Да? Хорошо. Предлагай. Предлагай. Да? Предлагай. Да. Супер. Предлагай. Да супер, супер. Ай, правочки. Ай, умничка, молодец. Ой, хвалим его сильно-сильно. Поощряем вкусным-вкусным кормом. Предлагай. Супер, браво, молодец. Ай, браво, супер. Предлагай. Ай, молодец, хорошо. Усложняем задачу. Берем другой предмет. Предлагай. Да. Предлагай. Да. Предлагай. Ай, браво! Ай, умничка! Хорошо! Супер, молодец! Предлагай!
Финали. Да, молодец, Сонечка, супер собака. Ай, браво. Ай, супер, еще раз. Предлагай. Ай, супер умная собака. Ай, браво, меняем вещь. Супер, предлагай. Предлагай. Ай, браво, молодец. Ай, хорошо. Так, теперь еще одно усложнение. Коробку подальше. Предлагай. Ай, супер, браво, умничка. Молодец. Еще раз. Предлагай. Предлагай. Браво! Супер! Ай, как молодец! Предлагай. Ай, умничка! Хорошо! Супер! Стоп. Усложняем. Яру, предлагай. Браво! Вот когда собака окончательно поняла задачу и делает это несколько раз подряд, как сейчас, можно вводить команду. Сейчас попробуем. Эта команда будет состоять из двух команд. Первая команда — это «держи», а вторая — это «внутрь». Команду «держи» он уже умеет и знает, поэтому использую то, что он как бы уже умеет. И «внутрь» просто жестом показываю куда. Поскольку он, только что он делал это, он должен сам догадаться. Яр, держи. Держи. Внутрь. Ай, умничка. Суперская собака. Конечно, поощряем. Супер. Яру, держи. Внутрь. 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 Давай. Внутрь. Давай. Ай, супер, молодец. Супер, молодец. А давай самое сложное. Яру, держи. Внутрь. Давай, 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 внутрь. Давай. Внутрь. Внутрь. Ай, браво. Ну что за собака? Ну такой молодец. Конечно, доходит очень туго, но все-таки доходит. Через пару дней можно повторить это упражнение, чтобы у него уже окончательно в голове засела эта команда. Внутрь. Можно пробовать с разными вариантами коробок, с разными вариантами контейнеров. Ну, ты молодец, Яр, посмотри сюда. Где? Ну, суперская собака, ну. Вот посмотрите на эту морду, которая, до которой туго доходит. Вот до этой морды туго доходит. Когда он устает, он просто ложится, и мозги отключаются. Хе-хе.